Наша съемочная группа вместе с муниципальной милицией выехала в рейд по городу. Одна из остановок – перекресток улиц Советская и Гоголя. Очевидно, что здесь покос травы летом не проводился. Растительность на прилегающей территории частного дома достигла более 1 метра в высоту и мешает обзору дороги при ее переходе. Аналогичная ситуация рядом с 2 соседними земельными участками. Согласно требованиям правил благоустройства, трава у нас должна скашиваться при достижении высоты свыше 15 сантиметров. Я уже не говорю о том, где она свыше 1 метра, то в данном случае уже присутствует состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 11.2. Правила едины для всех и распространяются и на многоквартирные дома, где уборка прилегающей территории от высокой травы и кустарников возлагается на ТСЖ или управляющую компанию. Так, нарушение правил благоустройства было обнаружено по адресу улицы Пугачева, 64. Все нарушения, которые были выявлены в ходе рейда, будут зафиксированы и лицам, которые не провели работу по гашению травы, удалению после деревьев и кустарников, материалы будут переданы в административную комиссию для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Штрафы за несоблюдение правил очень серьезны. Граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, должностных лиц от 5 до 15 тысяч, а юридических лиц от 15 до 80 тысяч.